Подушка, передушка. Потому что под елкой часто какают прохожие. Так, ну территорию пометить все равно нужно. Фу, пап, ты что делаешь? Ох, сразу теплее стало. Папа опять на елку написал. Надо их пометить, как папа. Юми, что нет, стой. Я надеюсь, ты не пометила этот камешек. Никакого уюта тут. Ужас какой, а я не хочу. Или папа сам их сделает. Из чего он их сделает, Юмичу? Из своих замороженных какашек. Ура, Ань, наконец-то. Софи, двигай попой быстрей. Эйвен, Софи, подождите меня. А где опять покемон Юмичу? Может быть, она в туалет пошла? В новом доме? Покемон Юмичу, я к вам лечу. Юми, ты что, правда где-то в новом доме в туалет сходила? Нет, Аня, не все врут. Миш, так она сходила или нет? Не знаю, Софи, я просто предположила. Юмичу в новом доме где-то в уголок накакала. Неправда. Я всего лишь углы обнюхивала. Аня, ты старики мне наговаривают. Да мы шутим, Юми. Мы все прекрасно знаем, что ты никогда не сделаешь этого там, где нельзя. Ну что, идем гулять? Но мы же еще наш новый дом не показали. Хотя бы эту комнату и покупки. Погоди, Софи, это же все сегодня будет на нашем втором канале Magic Family. Привет, если ты не понял, это было 4 песика. А ты на канале Magic Pets и я, Киса Алиса. Ты давай скорее подпишись на наш канал, чтобы нас стало 1,5 миллиона. Ты что, не знаешь, это такая красная кнопка подписаться вот там внизу под видео. Понял? Жмякай на нее скорее, а то я тебя съем. Ням-ням. И там же палец вверх нажми, это лайк. Нам нужен твой лайк. Жмяк-жмяк, скорей. Так мы идем елку-то искать. Да, только покемоны, как всегда, дождемся. Ты хочешь вот из этой кружечки вина попить, да? Да, хочу попить из кружки. Юми, пей скорее, нам надо уже идти елку искать. Только тебя все ждут. Чего вы меня вечно подгоняете? Короче, видишь, я сижу в коробках. Представляешь, эти маленькие псы с нашей хозяйкой Аней уехали в наш новый дом Magic House, который наконец-то достроили, и скоро можно будет там жить. А меня тут оставили. Говорят, кошки, мол, стресс, попозже переедешь, когда все уже закончено будет. А какая я им кошка, я тоже собака, я ж выросла с ними. Короче, осталась я тут. Одна радость. Я первее всех могу посмотреть новые видео на наших других каналах. А ты что, не знаешь еще? На Magic Family вышло наше первое за историю канала видео из нового дома. Там и рум-тур, не то что эта коробка. И первые большие покупочки для Magic House. Скоро же Новый год. Скотч, ням. А на Анином канале ваши эти любимые смешилкины. Безумная семейка. Короче, ссылки в описании оставлю. Ты сходи, понял? И посмотри обязательно вот там внизу. И лайк там поставь, важно же. А нам надо идти елку искать. Хватит болтать, снимать. Мы тогда без тебя пойдем елку искать. Все, пишите, ребята. Ладно, я на них обижаться не буду. Может, они и правда обо мне заботятся. Но вот вы напишите. Напишите им в комментариях, кошка я или собака. Тем более, что ваши Magic комменты тут в видео появляются. Чпок, и в ролике. Пока Аня видео снимает, пошлите, ребят, за мной. Вроде бы впереди никаких препятствий нет. Нам нужно дойти до выходной двери. До входной двери, Юмичу. Пойдемте. Я с вами. Там же снег. Пойдем, Софи. Ух ты, мы в этой части еще дома не были. Надо будет потом хаус-тур снять. А это что у нас тут такое? Висюлька. Ой, торчит из коробки. Эй, ты, они обещали мне, что там елку найдут. Ну знаешь, типа двуногие елку такую большую ставят на Новый год. А у нас елки из земли растут. Ты проголосуй там в вопросе справа про елки, пока я тут мучаюсь. И эти хитрые псы обещали, что от Аньки сбегут и выберут на улице нам мини-елочку. Она будет только наша. Ай-ай, как же вытащить эту... Ой, подушка, передушка напала на меня. Надеюсь, им там очень скучно елку искать. Там же снег, холодно. Бе. Нам тут вон как весело вдвоем, да, Висюлька? Весело тебе, Скотта Монстром, а? Ну-ка, поразновайся. Ах ты! Юху, ребята, бежим скорее! Эй, Софи, подожди меня! Эй, девочки, подождите нас! Ничего себе, снег выпал! Вот это да! Первый снег, настоящая зима! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Вы что, видите там елки? Батя, какого размера должна быть елка? Может, 10 сантиметров? Может, ну нафиг, они же все равно домой пластиковую поставят! 20 сантиметров! А то у меня уже язык от нас болтать! А ты не болтай, а ищи давай! Я нашла! Миш, это не елка! Если Аня говорила, что посадила елки на участке, значит они здесь должны быть. Девчонки, хватит носиться, давайте пробовать искать по запаху. Чем пахнет елка? Ну, или на крайний случай сосна. И иголками, так? Или какашками! Причем здесь какашки опять, покемон? Потому что под елкой часто какают! Прохожие! Юмичу, хватит говорить эти детские глупости! Никто у нас под елками не какает! У нас забор тут! Если ты так рассуждаешь, покемон, то значит ты-то под елками и какаешь. Да пойдемте хотя бы посмотрите. Во-первых, ать, тут целых 3 елки. И они все гигантские. Да, Юмичу, но это точно не те елки, которые сажала Аня. Потому что они слишком большие. Им лет по 50. Чем больше елище, тем круче Новый год. Да ну, Юмичу, ты их даже не сможешь украсить. Не покатит. Ты даже до первой веточки не дотянешься. Вечно вам все не нравится, вечно недовольные старики. Вечно бурчите. Ищи елку под наш рост. Да, нам нужна елка, чтобы мы могли ее украсить. Так, но территорию пометить все равно нужно. Фу, пап, ты что делаешь? Ты, Софи, представляешь? Он мне говорит, ты, значит, под елки какаешь. А Санта че? Эйвен, ты чему ребенка учишь? Ты зачем под елку написал? Не под елку, а на елку. Я ее пометил, вдруг мы маленькую не найдем, и это будет наша. Папка, ты сам еще тот проказник. Ух ты, а это тут что?
крыльцо, а на нем окно. Елки тут точно нет. Зато крыльцо высокое, и с него можно посмотреть вокруг. Елочка, найдись. А еще тут есть дверь. Это дверь в ту комнату, где мы снимали рум-тур на Magic Family покупки. А Аня-то куда-то из комнатки ушла. Идите сюда, тут крыльцо. Ох, Юмичу, до сих пор как ребенок. Высокое крыльцо, как будто с него что-то видно. Ничего с него не видно. Да, и елки тут нет, только камень. Может, камень на Новый год нарядим, а? Юми, Юмичу. Ну а что, если елку мы найти под свой рост не можем, можно нарядить камень, точно, да, мам? А чем мы его нарядим? Миш, не слушай покемона. Так, с половину коробок разобрала обратно. Стоп, наверное, это были коробки в дом. И Аня их специально собрала. Упс, надеюсь, она меня не убьет. Так, с чем бы нам еще заняться? Что бы мне тут еще на катамонстрить? А это что у нас тут такое? Палочки, выручалочки. Грызла, неинтересно. Я нашла! Идите сюда скорее! Да мы тут! Ура, Софи, ты такая молодец! Где елка? Юмичу, да ты мимо пробежала, возвращайся обратно! Так, елочка, точно, отличный размерчик нам подходит. Гораздо лучше, чем те гигантские. Молодец, Софи, теперь у нас есть своя елочка на Новый год. Будем около нее Дед Мороза встречать, так, надо пометить. Надеюсь, Юмичу не видит этого. Ох, сразу теплее стало. Мам, тут Софи, вы видите, папа опять на елку написал! Смотрите, девчонки, я еще одну нашла! Только она уже немножко повыше. Та лучше. Я уже ее пометил. Смотрите, какой снег выпал. Такие сугробы. Класс. Эйвен, зачем ты показываешь плохой пример своей дочери? Ты дурак, что ли? Кошмар, ты же взрослый умный парень. По-моему, он еще вот тут пометил. Не только елку. Ужас, позор. Позор. Какой позор? Тетя София, давайте камни тоже украсим. Надо их пометить, как папа. Юмичу, нет, стой. А что это? Почему можно, а мне нет? Юмичу, не надо писать на камни. Какой кошмар, моя семья сведет меня с ума. Отец писает на елке, точно камни. Юмичу, я... Юмичу, я надеюсь, ты не пометила этот камешек. Нет, вроде все нормально. После новогодних каникул отправим Юмичу и кису Алису обратно в школу. А то так и не научится хорошим манерам. Что ты там болтаешь, мам? Да, я так, о своем, о женском. Ну, елку-то мы нашли, украшать ее будем уже ближе к Новому году, а по снегу еще побегать немножко хочется. Он такой холодненький. А давайте в догонялки, кто быстрее? Так нечестно, Софи, тебе проще бегать. А почему это мне проще-то? Потому что у тебя нет такого длинного хвоста в шерсти, как у меня. Мама проиграла! Тетя Софи проиграла! А Миша последняя. А ты вообще-то мой муж должен меня поддерживать. Я самая первая, а ты нам самая последняя. Неправда, Эйвен самый первый, а потом я. О, ветка, можно погрызу? Юмичу, зачем ты веткой грызешь? Хватит уже вам всем на меня бурчать. Все бурчите и бурчите, как стриги. Невоспитанный ребенок у нас вырос. Эй, родители, слышите? Это неправда. Ладно, елку нашли. А теперь на берегу кто первее. Так нечестно, ты потом только говоришь. Идите лучше сюда, смотрите, что мы нашли. Ох, здорово им там, наверное. Новогоднее настроение, снежок идет, хотя... Была я пару раз зимой на улице. Ну-ка. Фу, колотун какой! Не надо меня вытаскивать! Не хочу я туда! Чё тут так холодно-то? Какой ужас! Снежище прёт! Морозище! Нет, и не меня! Не выйду я туда! Никакого уюта тут! Ужас какой, а я не хочу! Холодно тут будет! Ой, какой кошмар! Снежище идет. Нет, я гулять не пойду! Нет, зимушка, зима! Ваша любимая Новый год, подарки, снег, снеговиков лепить. Даже не упрашивайте, буду сидеть тут. Точно, вспомнила. Да ну нафиг этот снежок, мне и тут хорошо. Пап, ну чё, ну куда мы прёмся? Вы что, до сих пор не поняли? И чё? Юмичу, ты что, дурочка? Опять вы на меня наезжаете? Ты же должна быть умным покемоном. Посмотрите, сколько елок. А, вот вы про что. Я нашел место, где они их посадила. Ты мой супергерой. Да, конечно, и все их пометил, да? Юмичу, перестань перекаться со взрослыми. Лучше смотрите, что я нашла. Целую гору камней. Чё, украсим камни на Новый год? Юми, хватит шутить свои дурацкие шуточки. Да. Никому от них не смешно. А вот мальчикам было бы смешно. Короче, 4 елки батя пометил. Не метил я их. Может, ты покакал под ними? Да не какал я под ними. Короче, мы нашли 4 елки. Но они нам не нужны. Я сейчас чувствую себя, как будто мы в каком-то походе. Да, потому что мы идем все четвером друг за дружкой. А где игрушки твои новогодние? Ну, Аня нам даст. Или папа сам их сделает. Из чего он их сделает, Юмичу? Из своих замороженных какашек. Фу, так, кому-то я сейчас по шопе надаю за шуточки. Эй, а подождите меня, выбраться не могу. Все, я с вами. Ну что, Веселька? Как думаешь, они там уже замерзли в конец? Погуляли мы круто, да, ребят? Да, и главное, елочку нашли свою личную. Ой, что это? Вы, ребят, вы видите? Оно шевелится? Аня, нет, эта штука шевелится. Блин, интересно, что это такое? Какой-то инопланетянин. А зачем он крутится? Может быть, у него есть камера, и он нас снимает? Как думаете? Может быть, это скрытая камера, и Аня хотела узнать, залезем ли мы на диван с мокрыми лапами, когда придем с прогулки. Эй, ты кто? Но именно так мы и сделали. Значит, Аня это уже увидит. Ой-ой-ой, не надо ехать за мной. Так, ребят, кажется, я понял, что это за инопланетянин. А мэджики, похоже, поймут это из нашего видео на канале Magic Family. Ага. Тем более, что это первое видео в истории нашего канала из нового дома. Рум-тур, покупочки. Наша и Анина мечта почти сбылась. И на Анькином канале ролик. Смешилки, мои любимые. Да, ребят, идите скорее, смотрите ролики. Мы ссылки там в описании оставим.
нормально. А нам надо разобраться, где у него камера. И это, не забудьте на наш инстаграм подписаться. Короче, увидимся скоро.